Раньше Алмай уже был мабом, и когда он был мабом, он стоил, господи. Я же тогда училась в школе, и маб как раз-таки был прям возле моей школы. Вот, вот так вот, вот моя школа, и вот тут вот маб. И тогда это, блин, я не говорю сейчас, конечно, все поднялось, но мне кажется, вот не знаю, вот эти деньги, которые я получу, это реально того не стоит. Я на первом курсе. Туран далеко от моего дома. Мне будет лень туда ездить. Мне лень в Алмаю ходить, которая находится в 10 минутах. Оверпрайс, как и в Яну. Какой-то максимальный оверпрайс, блин, too much. Я вообще не понимаю людей, которые учатся в Кимэпе. Господи, зачем? Я не знаю, может, там реально классное образование. Типа, окей, но... У меня там учатся знакомые, и... Они мне говорили, что это не стоит всех денег тоже. О, вот отвечай, стоит ли в Туран поступать. Знакомые с КБТУ, да, тоже есть. Мне кажется, есть знакомые со всех университетов. Я поняла так. У меня даже есть, знаете, знакомые с вот этого турецкого университета, который находится где-то в Капчагае, что ли. Да, СДУ, угу. В Каскелене. Офигеть. Мне мама, знаете, что говорит? Может, ты тогда вот в этот поступишь, который турецкий? Я говорю, ага, в Каскелен ехать, конечно. Это вообще... Я вот объясняю реально. Для меня местоположение — это такой важный фактор. Я не могу, если что-то далеко находится. Мне так комфортно, что вот так вот мой университет, вот так вот мега. Короче, ребят, все. Я буду завершать свой эфир. У меня телефон нагрелся.